Ангарская спортшкола «Сибиряк» на прошлой неделе принимала боксеров из Забайкалья, Алтая, Бурятии и нашего региона. Турнир проводился в память о воспитаннике школы, мастере спорта России Николае Макарове. Ангарские спортсмены в очередной раз забрали почти все призовые места. В их копилке теперь еще 7 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали. Он для нашей города был более-менее удачным, как на протяжении многих лет. Мы не всегда выигрывали столько медалей, как сейчас. Провел 4 боя, первое место занял, выполнил кандидата в мастера спорта. Боксировал с соперниками. Три соперника было из Иркутска, один из Шелихова. Первый соперник был сложный, первый бой всегда сложный. Ангарские боксеры 1996 и 1997 года рождения считаются лидерами в области. Впереди у ребят Кубок России, первенство области и турнир памяти тренера по боксу Анатолия Караваева.